Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди, и сегодня мы поиграем в Грузчика, приложение ВКонтакте. Вот, вы меня просили снять приложение, ну что ж, давайте снимем приложение, вторую часть Грузчика. Давайте разберемся, что у меня тут есть. Так, у меня тут 10 энергии, 5 рубинов есть, можно добавить. Так, один рубин равняется одному ВКонтакте, это 7 рублей. В принципе, дороговато что-то. Думаю, пока не будем брать. Так, уничтожено 161 ящиков, видимо. Так, монет у меня 763. Монет также можно покупать, также можно энергию покупать. Так, ну пока мы этого делать не будем. Тут есть сундучок. 200 монет мне дали. Вот. С каждым днем вы получаете на 75 монет больше. Прикольно, спасибо. А, так, и есть группа ВКонтакте. Давайте вступим в нее. Так, окей. Можно музыку включить. Такая, в принципе, ну мы отключим без музыки. А, бесплатные монеты. Интересно. А, ну это, видимо, я так понимаю, какие-то здания дополнительные. Безлимитная энергия тоже. Ну что ж, давайте начнем. Тут есть подработка, поединки, магазин, персонаж, швейные, выдающиеся коллеги и обменщик. Кстати, а, ну вот он, это обменщик, значит. А, коллеги мои, друзья, выдающиеся, самый мощный, самый сильный, Павел, самый мощный. Швейная, тут я смогу, видимо, потом шапки какие-то делать, всякие бонусы, ништячки. Ну, у меня пока нету, не с чего шить. А, так, магазин. Тут мы сможем покупать оружие. Так, ну пока что у нас денег мало. Подработка. Давайте нажмем на подработку. Сыграв, будет потрачена первая энергия. Вы хотите сыграть? Да, давайте. А вот на рекорд 2388. Чувак уничтожил. Кубиков. Так, у меня, значит, тут много всяких оружий. Мне надо как можно быстрее бить эти ящики. А, нельзя, значит. Все, я уже забыл. Нам с вами нельзя взрывать бомбу. Хорошо, постараемся не взрывать. Вот она, кстати. Плюс одна секунда за то, что я бью вот эту железяку, я так понимаю. Блин, что-то я мало. Мало очков заработал. Ящик со временем взрывается. А, на лету дают больше очков. То есть тут лучше постоянно прыгать. Хорошо. Так, сколько у меня времени? Я одну жизнь потерял по своей глупости. Ух ты ж, блин. Сколько у меня времени осталось? Так. Рекорд мой 98 сундуков. А кто-то, получается, сколько? Кто-то 2000 уничтожил. Вторая жизнь. Да, ну рекорд нам будет сложно побить. Интересно, сколько он играл, чтобы столько заработать. Так, давайте возьмем, что тут есть.
На карте слишком много ящиков. Очистить пол местности за один кристалл. Очистить всю местность. Откажусь. Хорошо, давайте откажемся. Молодец, желаешь показать друзьям свой результат? Нет, не будем. Нельзя, чтобы было много ящиков, иначе будет проигрыш. Хорошо, давайте поединок. В поединке более интересно не играть. Так, бета-тестирование. Так, кому можно подсоединиться? Блин, тут запаролен. Давайте к нему. У вас не хватает монет для ставки 10 тысяч. Нифига себе он 10 тысяч поставил. Жесть какая. Кто-то, смотрите, кто-то решил поиграть с ним. Так, нет, слишком дорого. 6500, у меня тоже нет 6500. Давайте к нему подсоединимся. Запаролен. Давайте свой создадим. Супер игра, пароль не будет у нас. Так, игроков 2. Ставка. Пусть будет 200, окей. А сыграв, будет потрачена первая энергия. Хотите сыграть, да? Что, кто-то со мной решил постигаться? А ждем остальных игроков. Я думаю, быстро кто-нибудь ко мне подсоединится. Окей, начать. Первый раунд. Я думаю, пока что с дробовика лучше пострелять. Он удобный. Ящики даже не успевают падать. Блин! Ой, я идиот. Двадцать пять очков, не знал, как он себя проявит. Я, короче, лоханулся. Чувак на пистолете пытается что-то сделать. Он же проиграет эту битву. Как у него прыгают ящики. Я придумал, я буду с другой пушкой, более мощной. В принципе, пока мы и дробовик справимся с дробовиком. Если мы будем прыгать, мы будем зарабатывать больше очков. Это одно очко на одно побольше. В принципе, мы его обгоняем. Можно сказать, победа наша. У него что-то игра глючит. Смотрите, как прыгают ящики. И так он меня не победит. 30 секунд, у него 15 секунд осталось. Предлагаю взять оружие по все-таки получше. Так, молодец, желаешь показать результат? Да, давайте покажем. Мы выиграли 200 монет. Окей, хорошо. Так, в меню. Магазин, может быть, что-нибудь мы сможем купить с вами? Допинг есть, взрывчатые. А, дороговато все-таки слишком. Можем купить с вами вот эту пушку. А вот это будет уже дорого. Также дробовик есть хороший. Есть револьвер. Блин, ну все это дорого. Можно пистолет хороший купить. Давайте купим вот эту пушку. А, рад покупке. Можешь сказать о ней друзьям? Нет, не будем. Спасибо. Так, ну что ж, поединок. Давайте начнем. Давайте к нему подсоединимся. А, блин, уже поздно.
Как быстро, смотрите, комната заполняется. Давайте, блин, этот запароленный. Что же не хотят открывать для всех? Давайте свой создадим. Ставку сделаем с вами побольше. Пусть будет хотя бы 100. И количество игроков. Количество игроков. Пусть будет 3. 3 игрока. Теперь ждем наших оппонентов. У меня уже 4 вида оружия. Сейчас кто-нибудь еще подсоединится. И мы начнем. Окей, начинаем. Так, предлагаю попробовать с пушки начать с четвертой. Прикольно, в принципе, она. Так, я заработал 28 очков. Можно будет с дробовиков начать. В принципе, я не знаю, они так себе играют. Может, можно ставку побольше попробовать сделать. Ух ты, нифига себе, у него пистолет. Мощно. Может, мне стоило тоже его купить, этот револьвер. 31 очко. Я, наверное, возьму с вами дробовик. Что-то он замешкался немного. Не может выбрать. У него даже УЗИ, по-моему, есть. Нифига себе, я лох. Он даже не прыгает, ему нафиг не надо. Так, возьмем дробовик. Сорок восемь. Хреново дела, хреново. Что могу сказать? А почему они не прыгают? А если я на лету буду подрывать, интересно, мне будут больше давать? Минус три что-то. Что такое минус три? За урон, что ли? Минус пять, минус три. Блин, тоже хочу такой пистолет. Револьвер кайфовый. А вот это что у него такое в руке, интересно? Ух ты. Жесть, конечно. Не, ну я явно делаю, он победит с таким-то оружием. Так, ну я не знаю, сколько будет обзор продолжаться. Минут 30, наверное. Я не знаю, что предпринять. Мы на самом последнем месте. Ну, в принципе, мы нормально боремся. Так, предлагаю взять вот эту штуку мощную. Да. Да нет, я проиграю этот спор. Кто-то выиграет, либо Никита, либо Даня. Хотя, мне кажется, Даня выиграет.
В принципе, за ящик ну, одно очко всего лишь. Мне кажется, неважно, прыгаешь ты или не прыгаешь. Я думал, надо обязательно прыгать, мне кажется, значит, не обязательно. Нифига себе он. Он уже победил смысл. Смысл вообще дальше показывать видео. 7 секунд осталось. Явный лидер. С таким-то оружием, конечно. Так, что, у меня еще попытка одна? Желаешь показать свой результат? Нет. Минус 100 монет, конечно, не хочу. Так, в меню. Так, что у меня есть тут? Магазин. Этот револьвер, с которого он стрелял, стоит 1200. Вот мне бы его купить. Или еще лучше какой-нибудь из этих дробовиков. Ой, прошу прощения, что-то похудел и простыл. Так, ну-ка, а за кристаллы что-нибудь могу купить? Заходи в меню, коллеги, помогайте друзьям, нажав на кнопку помощи си. За рубины я что-нибудь могу взять? Почему-то тут ничего нет за рубины. Так, ну тут все дорого, это пока закрыто. Нифига себе, цены, 7 миллионов. Жесть какая. Так, там вообще все закрыто уже. Так, за рубины я могу... так, купить напитки. А, нет, тоже за золото. Так, всякие тут допинги. Персонаж. Так, видимо, тут можно апгрейд делать. Швейная. Ну, блин, что я могу в швейной сделать? У меня нифига нету. Можно за 10 рубинов сшить. Но у меня 10 рубинов нету, к сожалению. Так, ну ладно, давайте подработку пока возьмем. Так, посмотрим, сколько вообще за подработку дают. Так, нитки нашел. Блин, не заметил. Так, ну я немножко норовился. Если я на ютубе, мне дают больше очков, я так понимаю. В принципе, да, если я буду ходить на подработку, я смогу много заработать. Да блин, как не вовремя-то. Срывайся уже.
То есть ящиков должно быть не больше 30, я так понял. Смотрите, они падают больше. А, вот красная шкала заполняется, это очень плохо. Так, 100 штук я уже уничтожил. Да блин, твою ж мать. Взрывайся. Блин, закончились пули. Хреновое дело. Почти все, уже конец. Можно очистить поле за... или половину. Ладно, откажемся. В принципе, неплохо заработали. Плюс нитки нашли. Так, в меню. Так, подработка еще одна. Подожди, давайте, я не знаю, поставим себе цель какую-нибудь. Что тут лучше заработать? На что лучше заработать? УЗИ вроде хорошие. Давайте заработаем на УЗИ. Нам надо 5600. То есть нам надо будет постараться ходить почаще на подработки. В принципе, пока можно этой поиграть. Неплохое такое оружие. Хотя она тут опасна, видите? Можно потратить жизнь, потому что тут падают бомбы. Ничего не заработал. Так, с шариками надо... А, пуль нету, пуль нету. Еще минус одна жизнь. Нам надо цель с вами. Мы цель поставили. Нам надо ее выполнить. Ай-яй-яй-яй. Откажемся. Так, в принципе, мы неплохо играем. Давайте продолжим. Так, нет, в меню. Сколько у нас уже? 1000. Подработка. Да, давайте поиграть поаккуратнее. Так, осторожней вот там, где мина. Нам не нужны неприятности. Ладно, сейчас взорвется. Сейчас быстро очистим поле. У меня еще 3 жизни. Так, закончились пули, хорошо, точнее, плохо. Поставим себе бомбу. Так, взрывайся уже. Ну, давай.
Неплохо, сотни уничтожили уже. Ну ты, блин. Блин, сколько уже ящиков. В принципе, довольно неплохо. Сколько у нас уже? 500. Самое главное играть дальше, потому что тут самое интересное началось. То есть заработок уже увеличивается. Ящики перестали падать, заметили? Так, следующее, значит, у нас барьер 300. 300 ящиков будут уничтожить. То есть еще сотню. Но я думаю, они сейчас будут падать гораздо быстрее. Ладно, возьмем дробовик пока что. И 8, и нитки нам дали. Так, теперь будет больше всяких вот этих ненужных ящиков. Блин, мне надо много денег. У одного чувака рекорд сколько был? По-моему... По-моему, если не ошибаюсь, 2 с чем-то. Твою ж мать. Очистить... Давайте очистим все поле. Где ж ты? Одна жизнь. Так, чистить от половины. Не, ладно, давайте откажемся. Хватит уже, молодец. Нет, не будем рассказывать. Так, в меню. Так, могу ли я что-нибудь себе подшить? Швейная. А, ниток выпадает из таких, а ткани выпадает тоже из лита. Так, не хватает 4 штуки, не хватает 13. Все очень дорого. Другое, в принципе, я пока не могу шить. Ладно, подработка. Я думаю, у нас получится накопить 5000. А там уже поставим большую ставку. Ну, можно будет уже большие ставки делать. И уже быстрее зарабатывать.
Так. Ничего, скоро у нас будет УЗИ, с УЗИ нам будет гораздо проще. Следующий левел. Ткань нам дали. Круто. Ух ты, блин, чуть не взорвались. Так, что-то у меня как-то странно бегает туда-сюда. Эти уже бочки посложнее. Давай, взрывайся. Просто на лету дают больше. А, денег, а нам деньги нужны. Блин. Очистить от половины, давайте отполовиним. Да блин. Не попался. Хм, 800, значит, давайте откажемся. Молодец, желаешь показать результат? Нет. Так, в меню сколько у меня? 3200. Продолжаем подрабатывать. Еще немного, и мы с вами накопим на УЗИ. Вообще начать можно даже с пистолета. 6, ну-ка, а если на лету? Или ты уже больше, смотрите.
По идее, тут лучше все на лету убивать. Прыгнул, стрельнул, прыгнул, стрельнул. Как зайчик. Или как, я не знаю, как-то саранча. Кто сильнее всех прыгает? Кстати, можно было какой-нибудь допинг купить, но с другой стороны, мы будем дольше с вами зарабатывать деньги. Можно рискнуть, попробовать сделать ставку большую, но это тоже рискованно. Лучше потихоньку, помаленьку. Так, ткань выпала. Зарабатываем деньги с вами. На подработке хорошо подрабатывать. Срывайся уже. Так, откажемся. Нет. В меню. Так, интересно, что мы еще можем купить? Могли бы дробовик хороший уже купить сейчас. Также еще какую-то супер непонятную штуковину. Можем даже вот этот купить штуку за 300. Может быть, давайте... А, это гранатомет, так понимаю. Да, нам тогда не нужен пока гранатомет. Мы решили с вами все-таки узишку взять. Самое мощное, конечно, будет вот это. Но узишка тоже будет неплохая. Ладно, раз уже задались целью, давайте с вами все-таки купим это УЗИ. Блин, все-таки попал в эту бомбу. В принципе, на УЗИ можно где-то за час игры заработать.
Так, что-то я... я долго, интересно, молчал. Что-то я задумался как-то. Так, нам, в принципе, немного осталось. Ах, блин. Пули закончились. Вот эта штука, я не знаю, зря я купил, мог бы сэкономить. Взрывайся уже. Урон. Ткань заработали. Сколько? 200 бочек уже уничтожил. Заработали 700. Монет, отлично. Откажемся, давайте. Так, нет, в меню. Фух, совсем немного. Сколько у нас осталось? Ну, подработки две, я думаю, мы используем. Одну-две подработки и УЗИшка наша. Сколько нам 1000 надо заработать? Кстати, те мячики, которые светятся, они больше урона наносят. То есть они могут с первого раза убить. Ну взрывайся ты уже. В принципе, я уже норовился так примерно. Только еще бы не было тех... Да, вот этих взрывающихся не было бы. Было бы вообще круто. Блин.
где ты? Дали нитки. За эти бочки дают больше, интересно, сколько за эти? Так, очистить половину поля. Давайте очистим. Не хватает. Ладно, откажемся. Нет, так, в меню. 5400. Ну-ка, магазин сколько стоит? Наша узишка. 5600. Совсем немного, давайте. Так, подработка у нас еще есть. Я думаю, мы до конца не будем играть. Заработаем с вами 10 монеток и проиграем. Сколько? 200. 200 монеток заработаем и проиграем. Давай уже. Первого босса надо по-любому пройти, потому что... Твою же мать. Он даст нам нитки или, я не знаю, тряпки, чтобы сшить можно было какую-нибудь одежду. Дает к бонусам при игре. Хорошо, возьмем дробовик, с ним как-то безопасней. Так, мы немножко растренировались. В принципе, можно будет потом на оставшиеся деньги сделать ставку и попробовать уже победить. Я думаю, мы уже потренировались, у нас все шансы победить. Так, ну все, откажемся. Заберем награду свою. Так, магазин. Наконец-то мы купим наш долгожданный УЗИ. Огурец давайте покупаем. Купить. Так, не будем хвастаться. Так, персонаж. Все, у меня есть УЗИ. Теперь поединок. Так, создаем. Ставка пусть будет у нас 250. Игроков будет 3.
Да, окей. Теперь ждем игроков. Я думаю, за 250 согласятся кто-нибудь. Ну давайте же, кто со мной? О, первый есть. Я думаю, пока не будем с автомата начинать. Я думаю, с дробовика начнем. Окей, начинаем. Я думаю, навряд ли они выйдут. Тридцать я заработал, 30 ящиков подбил. Так, это значит с револьвером начал свою игру. Посмотрим, сколько он с револьвером заработает. В принципе, неплохой револьвер. Неужели обгонит? Надеюсь, что нет. 4, 3, 2, 1. Обогнал немножко. Ну ладно, не беда. Так, ну этот явно проиграет. Что-то он начал с пистолета, не с того. Что-то у него ящик какой-то прыгает. Я понимаю, без разницы, как он убивает, а считается за количество ящиков, сколько ящиков ты подбил. Так. Так, 64. Нифига себе, у него вообще автомат. Не знал, смогу ли я его сделать. Офигеть. 48, 49, 50. Сколько ему осталось? 14. А, догоняет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Блин, он меня немножко обогнал. Три. Не знаю, получится или нет. Так, немножко замешкался, это хорошо. Смотрите, он даже сверху пытается их убить. Четырнадцать секунд осталось. Товар один, 13. Неужели он подобьет? Ставка-то, блин, хорошая была. Короче, мне не повезло. На чуть-чуть. А что, еще один раунд?
146. Не, у него, конечно, покруче. Какая-то помидорка еще. А я копил, блин, как дурак на УЗИшку. Чтоб ты проиграл, блин. Ну, вряд ли проиграет. Тут ему фигня осталась. Уже обогнал. Проиграли мы, ребята. Сдули. Смотрите, нет, продолжаем играть, странно. Блин. Молодец, хочешь? Нет, не хочу. Минус 250 монет. Так, в меню идем. Фигово, все деньги потратили. Вот. Все-таки я сделал обзор на продолжение игрушек ВКонтакте. Оставайтесь с нами, будет еще много чего интересного. Пока что, я думаю, стоит попрощаться. Ребят, всем удачи, всем до скорого. Пока-пока. Увидимся в следующих сериях.